будут созданы все условия для пациентов, в том числе и для пациентов с ограниченными возможностями. Полностью модернизируется сам подход к регистратуре, будут установлены мягкие диваны. Все это делается благодаря активному участию администрации Людмилы Георгиевны Мурашовой. И хотим отдельно сказать спасибо депутату Государственной Думы Демченко Ивану Ивановичу, который выделил денежные средства именно на проведение данных работ во имя блага наших пациентов, которые посещают поликлинику. И хочу сказать нашим пациентам, которые сейчас при проведении ремонтных работ посещают поликлинику, принести свои извинения за созданные неудобства.